Бабулечка. Тише. Что такое? Красотка моя. Все говорят, то, что на тебя Оля очень сильно похожа. Да правда, что такая морщинистая, да? Нет. Все говорят, бабуля такая красотка, Оля на нее очень сильно похожа. Бабулечка у меня красавица. Бабуля, сколько тебе лет? Ой, какая красавица бабуля. Сколько тебе, 18? Нет, мне осталось 17 до 100. Бабулечка у меня еще работает, молодец. Да, мой хороший? Работа, да. Все, хватит работать, давай. Поехали с нами, будешь жить в большом доме. Поехали. Отдыхать будешь там. Поехали, буду отдыхать там. С правнуками будешь нянчиться. Мне огород с садом нет туда. И собачек моих. Поздравь всех с Новым годом. А кому поздравляю? Всех моих подписчиков. Дорогие подписчики Алены Рапунцель, я вас всех поздравляю со старым Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, чтобы у вас все мечты сбывались, и чтобы у вас веки не болели, и сами не болели, чтобы было все прекрасно. И главное, чтобы наши родители, бабушки, дедушки тоже были здоровы. Муа! Ты мой красавчик! Модняшка моя! Ну-ка, примерь, смотри. Вау, Богдан! Ты такой модный! Сынок! Шляпник. Тебя весь тебе ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет нашей